you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay, первый сервер, Мони Кирилл Путбуль. Сегодня у нас будет ДПС, сейчас у нас всеобщее построение. Блин, я только выехал, как бы, решил, хотел бы патрулить немножко на... Что-то вообще у нас? Это МТ, по-моему. Ладно, сейчас развернемся, я не буду нарушать ПДД. У меня есть оружие, хотя мне... Я его взял, я как бы не брал, у меня просто все оружие осталось. Того еще момента, блин, мотоциклы стоят. Так, открывайся, шокбаум. Так, теперь надо закрыть. И давайте поставим мотоцикл. Чтобы на нас не пиздели. Вот так вот. Все, теперь можно становиться в строй. Ричард Джонсон. Окей, все, ждем указаний, в принципе. Егор Талмашев, привет тебе, передаю, у нас построение уже. Пишет фейк, не фейк, видосы смотри. Ну блин, в натуре видосы надо смотреть, я не фейк как бы. Ну ладно, в принципе, я не буду ничего никому доказывать. Вот, одна минута, построение. Передай привет, Кирилл. Передал. Передал тебе привет, этот Егор, как он мне передал, он думал, что я фейк. Ну, в принципе, ладно, мне то все равно. И мне привет. Рамирес Ризо, привет тебе. Так, свой я. Лол. Ладно, ждем указаний. Блин, там только что расстреляли нашего лидера, блин, убили. Меня почти убили, но я поехал за аптечкой. Надеюсь, мне за это ничего не будет. Я поехал за аптечкой, потому что ХП, сами видите, мало. Так, давай. Еще одну. Реально, ХП вообще на донышке, блядь. Help me. Еще раз. Все. Теперь можно возвращаться, я думаю. Блин, я броник не брал. Вот что я забыл. Я бронежилет не брал. Ну ладно, сейчас разберемся, в принципе. Так, мне в первую машину. Кому именно? А, ему? Или мне? Кому вообще в первую тачку? Я так и не понял. Мне? Лаврович. Андрей Лаврович. Ла-ла-лай. Ну, чё мне куда? Во вторую машину. Окей. Во вторую машину, без проблем. Без проблем. Может, вы сядете уже наконец-то? Что не вообще? В третью машину, ёпта, бля. Там подписчики прибегал, я его в семью принял. Так, он на мотоцикле, у нас типа кортеж какой-то или что? Неплохо, кстати, выглядит, да? Неплохо. Какой-то медведь прыгает по крыше, правда. Все, мы начали движение. Я не знаю, куда нам ехать. Я свой жезл не брал. Блин. Они брали с собой жезл? Вроде никто не брал. Ну, ладно, похер. Не знаю, куда мы вообще едем. Ну, в принципе, ладно. Мы едем вообще колонной, я так понял. Чётенько. Пару скинов сделать надо же. Для превьюшки. И у нас либо РПш какая-то, либо хрен его знает. Сейчас посмотрим. Так, аккуратно, аккуратно. Газелист. Газелист. УАЗик. УАЗик заменённый. Винсент Корлеоне. Ну, я, кстати, до сих пор третий этот. Так, статс. Вот. Старший сержант я. Третий ранг. Мы на посты, я так понял, едем. Мы его сбили. Ладно. Вообще можно было бы за ним погнаться. Но... Был бы я.
девяткой или там большим рангом, я бы за ним погнался бы в погоне. Я хочу попасть в какое-то подразделение, где ездить надо патрулировать, а не на посту стоять. На посту стоять, блин, я жезл не брал, и чё? Кто-то жезл брал? А я жезл не брал. Я жезл не брал, и чё мне делать? Диего Кит. Ёбаный свет. Вот ваш пост. А я жезл не брал. Хоть бы предупредили. Ну ладно. Ну ладно, бывает. Со мной здороваются. Так, кью-кью. Что нас тут многовато? Вам так не кажется? Симон Корлеоне. Не то. Что-то с ним не то. Блин, мотоцикл забрали. Хреново. Я жезл не брал, но хоть могли предупредить. Ёлочкин матрёшкин. Так, я написал, что я съезжу, жезл возьму. Блин, априори, кстати, неплохо ехать. Я вам скажу по секрету. Неплохо так на ней ехать. И штрафы не получаешь. Как круто. Я такой понял, что штрафы не получаешь, типа. Так, разворачиваемся, наши априори. Блин, этот пост на таможне не нравится. Я хотел бы на посту на Арзамасе постоять. Я там еще не был. Так, вот я и здесь. Сейчас возьмем жезл и броньку заодно возьму. Жезл и броньку. Бронежилет и жезл. Все. Теперь можно идти. Можно спокойно идти. Стоп-кар или N, чтобы убрать его. Окей. Без проблем. Все, можно ехать обратно. Так. Че, погнали обратно? Вот, я уже подъезжаю к мосту. Так. Сейчас припаркуемся. Эй, Вася, дай проехать. Дай проехать. Мне ж можно хоп, хоп и хоп. Так. Стоп-кар, стоп-кар. Тормози, гражданин, я приехал за тобою. Тормози, тормози, я ФК, окей. Эй, Вася, тормози. Ты куда по встречке едешь, ёпта нахуй? Стоямба нахуй. Стой. Стой. За этим чуваком приехал? Ну ладно. Эй, тормози, тормози, соловей. Всё, приехал. Молодец. Молодец, красавчик. Красавелла просто. Тормозите нахуй. Давай, давай, давай. Давай, малыш. Тормози. Ты ублюдок. Стоять нахуй. Стоять. Какой у меня там язык стоит? Так. Бин включаем. Здравия желаю, я сержант Кирилл Путбуль. Что, я уже старший сержант, надо бы поменять. Прошу ваши документы. Открыл бардачок. Так. Так, надо скриншот еще сделать. Передал. Окей, так. Потянул левую руку, а затем взял документы. Уровень розыска 0, военный билет есть, года проживания, механик. Вроде бы все нормально. Вроде бы все у него нормально, кстати. О, чуваки на приоре опасные. Опасные чуваки вообще. Так. Вы свободны. Вы свободны. Удачи на дорогах.
Удачи на дорогах. Все, отпускаем его. Так, стоп. Так, ты. Стой. Чини. Блин, они тут мне мешают работать, ёпта. Так, вот приора остановилась. Включаем бинт. Здравия желаю, я сержант Кирилл Путбуль. Начальник сотрудника ДПС на груди. Прошу ваши документы. Давай свои документики, ёпта. Так. На торпеде лежит паспорт. Давай свой паспорт. Открыл окно. Да, вот надо сначала было через окно как-то сказать мне что-то, а потом открыть. Протянул левую руку, а затем взял документ. Документ в руке. Так, годы проживания. Уровень розыска нету. Изучил документ. Ну все, в принципе, нормально вроде у него, как я посмотрел. Вроде бы все у него хорошо. Так, процесс. Протянул руку. Вы свободны. Удачи на дорогах. Удачи на дорогах. Так, стоп. Стоп. Так. Давай. Паркуйся. На. Давай. Сюда. Тормози. Снимаешь? Конечно. Блин, вот это попрыгучесть, конечно, его. Так, розыска нет. Протянул левую руку, а затем взял документ. Документ в руках. Так, дальнобойщики все работают. Так, раскрыли немного. Закрыл документ, а затем передал его обратно. Так, вы свободны. Удачи на дорогах. Удачи на дорогах. Работаем, пацаны, работаем. Все нормалек. Так, снимаешь? Да. Конечно, я снимаю, чувак. Как же без этого? Только одна патрулька, блин. Это, конечно, печально. Но ничего страшного. Так, тихо. Стоп-кар. Вася, тормози. Тормози. Давай. Окей. Хоть он и... Здравия желаю. Привет, Ютуб. Ну, блин, чувак, ну не пали меня. Сейчас начнется, блин. Так. Прошу вас, ваши документы. Давай документы все показывай. Ну. Чувак заново повторяет удачные дороги. Вообще-то это я придумал как бы сам от себя. Ну ладно. Так, изучил документ. А что там у него вообще было написано? Надо почитать будет. Процесс. Дальнобойщики едут. Так, что там было написано? Вы свободны. Все, едь. Таксист вообще опасный. Дай денег, я тут подписчик. Пай. 225. На. Так. Надо вырубить.
таксист, конечно, лифтер конкретный. Передай привет, Илья Молчанов. Молчаков, привет тебе. По-английски еще не шарю, могу ошибаться насчет его ника. Так, чувака тормозят. В принципе, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на все райти и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.